Я приветствую вас на самом патриотичном шоу под названием «Радиомарафон Уфа-Россия». Самое патриотичное шоу с сюрпризами, поздравлениями и творческими презентами ожидает слушателей радио номер один завтра в полдень. 12-часовой марафон и феерия шуток, общения, музыки, отличного настроения обеспечат зажигательные диджеи и яркие гости. Это, в общем-то, и министры, это, в общем-то, и лидеры мнений. Это у нас прямо здесь вот организуется концертная программа, то есть будут выступать группы, которые будут, в общем-то, представлять свое творчество, тоже связанное полностью с патриотичным каким-то отношением ко всему происходящему. Главный посыл марафона «Уфа-Россия» – патриотический. Соответствующим будет и репертуар приглашенных звезд. Хотим пригласить всех вас послушать наш концерт, который мы будем давать в прямом эфире на радиостанции 23.00. Ровно час мы будем в эфире, так что приходите, слушайте, включайте радиостанцию и принимайте участие в этом патриотическом марафоне. Слушатели ждут как содержательные разговоры на актуальные городские темы, так и легкое, непринужденное общение. Всех обязательно приглашаем, чтобы участвовали в нашем марафоне. Задавали вопросы, может быть, каверзные, может быть, любые совершенно, но самое главное, чтобы были в нашем эфире. Итак, самый патриотичный и самый увлекательный эфир ждет вас уже завтра на частоте 101.6 FM. Проведите время с радостью на радио номер один. Зульфия Суйргулова, Ильсия Армухидинова, Эльдар Гареев, вся Уфа.